Дагестанский орел вернулся на родную землю. Новый чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в республику. Встретить бойца в аэропорту пришли более сотни человек. Встречали чемпиона по традиции народными танцами. Поздравить с победой пришли и первые лица республики. Руководители нашей республики и правительства, поздравляем вас с этой блестящей победой. Желаю вам новых успехов, скорейшего восстановления, ну и, конечно, самые теплые слова сегодня в адрес наших родителей, нашего отца, в адрес всего дагестанского народа. Сегодня весь мир, все внимание приковано именно Дагестану. Спасибо за это. Сам Хабиб поблагодарил своих фанатов за поддержку. Также он рассказал, как долго шел к этому титулу, подчеркнув, что не добился бы чемпионского пояса без поддержки отца и своей команды. С тобой скажу, что этот бой как бы соперником никак не отличался, но в психологическом плане очень тяжело было настроиться, потому что за неделю 5 соперников был у меня. И бой был за пояс. Психологически чуть тяжело было, еще и за сагон комиссия.